Ты первоклашка? Да. Ну давай, чисти зубы. Этот день настал. Ура! Ой, цветочки! Да, вот цветочки мы приготовили. Мама, О. А сейчас мама, это для учителей? Ну да, 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 да. Мама, Ау. А сейчас осень? Да, доченька. Значит, у меня скоро день рождения. Кто что ждет? Это вот так вот мы собираемся. А где ключи от дома? Кто видел? Сенечка, какой ты красивый. Ай. Не смешно. Смотрите, рябина. Не надо, так, не надо трогать рябину. Первый день после лета сборы, это какой-то, это какая-то чума. Даш, рассказывай о своих впечатлениях. Сегодня, ну, я иду в школу, в школу, где моя сестра училась и мой брат. Брат еще туда, там остается, а старшая сестра переходит в 5 класс в другую школу. А я иду в 1 класс. Пашенька, с какими ощущениями ты идешь в школу? А, стойте, дети, подожди. Мат, как ты идешь в школу? Счастлив? Я не знаю, да, счастлив. Я счастлив, что после школы буду ходить в мат. Троллить одноклассников. Хорошо. Лера, а что у тебя вот это вот такое? Эти мои мысли. Понятно. Сень, с какими ощущениями ты идешь в школу? Что у тебя с ногой? Мамой. А? Что такое? Ты несчастлив? Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песнью. Все хорошее у нас наживает 1 класс. Пассажиры безопасно отправляются в полет. Летчик первоклассный самолет. Вот строитель 1 класс. Он построил дом для нас. Первоклассные дома, не поселится зима. Но с этим все же ясно. Это просто подмостки и ушки. Первоклассный педагог, он с ребятами не строг. Замечательно, родители не поклонили. Я знаю, наши посетители первоклассники. Желаю счастья, больших успехов в учебе, легкости запоминания всего нового, больше интереса и любопытства. Будьте самыми красивыми и самыми умными. Петя точно пианист, постучал в окошко, как конвейер желтый лист, бросил мне в ладошки, выгибается вокруг, звук замка веселый, птицы тянутся на юг, первоклашки в школу, надеваю ее с утра, белую рубашку, нынче в школу мне пора. Татьяна Ивановна, поосторожнее.
столовой. Так, а где Стефан? Есть специальные, которые все берут. Можно ими играть, они могут на переменах играть в гонки или что-то такое. Робот-машина. Еще показали, как лунный шар. Интересно-то. Шар, где ток даже есть. Где ток? А там мы пошли. Где-то информатика. Да. Мы сейчас едем 1 сентября праздновать. Идем точнее. Мы сейчас купили дневники, да, дети? Даша, не надо. Мне купили пряник, карандаш. И леденец. Молодец. Ой, конфет. Леденец молодец. Да. Давай. Молодец. Сейчас. Да. Мама, я видела. Ну, что-то решили, что здесь посидим. Приятного аппетита всем. Папины первоклашки. Доброе утро всем. Мы с Полинкой идем брать справку в садик. Это уже следующий день. Мы вчера после 1 сентября праздника не в состоянии были вообще ничего делать. У нас, смотрите, как тепло. Я еще вот в такой обуви. Только потом кофту надела сама. И сегодня... Непоседы идем на занятия, да, Полин? Да. Да. И Дашеньку забирать со школы. Короче, бабушка у нас пока дома. Дашка не дома, это... В магазин пошла. Оставить на хозяйстве... Да, а мы социальную карту получить, Даша, и забирать со школы едем, да? Да. Расскажи мне, как тебя Арсюша встречала? Как вот ты пришла в школу? Я пришла в школу, мы пошли подниматься. По ступенькам, да? Да, по ступенькам. А Арсений там стоял, поздравляю! Весь класс, да? Его? Да. Да. Что ели на завтрак? А? На завтрак что ели в школе? Мы ели яблоко целое и... Это... И два сырника, два сырника с шоколадом. Хочу ходить в вашу школу, Даша. Аппетита на у нас завтрак. А пили что? А пили чай с молоком. Сахаром. Сразу видно, что вы кушали сегодня на завтрак, девочка, Даша. Да. Вообще капец. Я с одной девочкой сидела и болтала, вот почему я. Пока учителя нет. Так, что там? Но я ничего не списывала. Полиночка зашла в магазин и купила конфеты. Учителям. Администраторам, учителям, да? А я свои конфеты учителю продаю. Да. Поспали, перекусили и снова на занятия.
Полин, куда едешь? Не спасибо. А ты куда едешь? На танцы, Катя. Готовые спортсменки, певицы и все остальное. Я еще и школьница сегодня была. Там. Покажи, где ты занимаешься. Вот здесь вот. Ой, как красиво. Сейчас, мама, сейчас ответь. Вон там занимаешь. Угу. Вон там занимаешь. Угу. И вон там занимаешься. Все, я на тебя надеюсь. Мы с Дашенькой поехали на занятия. А ты как должна вести себя? Хорошо. Прилично. Оля, как вы думаете, если он лопнет и все разорвется, будет весело? Мы с Дашенькой отвели мадам По. Смотрите, как украсили лестницу здесь. И идем теперь на танцы. Катя. Катя, идем. Любишь Катю? Да. Мы с Дашенькой приехали в нашу школу танцевальную. Видите, никого нет. Пришли на 20 минут. Что? Я тебе все дала. Ты давай не кипиши там. Переодевайся. Принесли конфеты Катюше нашему педагогу. Все, идем сейчас танцевать. Ну, я решила Кате подарить. Да, ей подарили. Ну, так как она танцует, ей надо быть стройной и красивой. Да. А сегодня съела пока что одну шоколадку. Да. Сыночка, ну что? А, я тебя люблю. Я забыла докрасить девочку. Докрасишь, завтра не переживай. Даш, ну там... Все, смотри, Палишка спит уже, доченька. Укрывайся. Там написать. Ничего страшного, завтра докрасишь. Успею? Угу. Завтра встаю. Не бойся. И то через стопы быстренько раскрашиваю и пойду заплетаться. Там не обязательно тебе даже закрашивать. Угу. Там не будут, по-моему, говорить. Но если даже будут, то ничего страшного. Спокойной ночи, крошечки. Мне сказали принести завтра праздник. Спокойной сегодня ночи. Сегодня вам такое легкое домашнее задание задали. Хорошо, давайте. Уже спать ложится.